Каршеринг. И вот сейчас ездили тут вокруг да около, чтобы найти парковку, чтобы его оставить. Чтобы там потом штраф не выписали. Вот, ну теперь, не знаю, там где-то прям в центре, недалеко от Кремля, наши друзья забронировали ресторан. Не знаю, как мы, кстати, будем добираться, куда Андрей пошел, не знаю. Наверное, придется такси брать. Пешком, наверное, будет далековато. Сейчас попробуем проложить. Вообще удобная вещь, этот каршеринг. У нас сейчас везде, я смотрю, так это все развито, потому что мы свою машину продали еще год назад, наверное. Вот, какой же смысл здесь ей стоять, ржаветь, как говорится. А так это очень удобно, очень. Когда надо, тут же взял, поехал. И, в принципе, стоит дешевле, чем такси. Сейчас период тополиного пуха, летает везде. Ой, Москва, конечно, красавица, ничего не сказать. Красавица, красавица. Зашли с Андреем в бар, не знаю, кафе, наверное, уголек называется. Выпить по бокальчику пива. У меня бельгийский, что там у меня? А у Андрея местный уголек. Вот это вот. Сколько стоит? 1400 шанта. 1400. Я не знаю. Что в центре. Сказали, потому что в центре. Потому что в центре? Мне сначала говорят, там, да, ну, 400 шанта. А значит, дают в пятерке. Не хватает, да. Что-то ошибся. Нет, 1000 просто не вышло. Прикольно. О, нам осталось это километр дойти. Не, метр 700. 700? Ну отлично, давай, зайка. На ход ноги. Да. Welcome to Russia. Да. Кафе «Уголек». Угу. Это специи, так это интересно. Идем в центре Москвы, осталось нам совсем чуть-чуть. Отель Four Seasons. Бывший и... отель Москва. И мы. С Андреем говорит, что людей, вот центр Москвы, а людей очень-очень мало, очень. Так свободно, не как в Стамбуле. Нет. Да, Стамбул там такой, снесет тебя. Чистенько все, аккуратно. Вот идем в Националь. Да, идем, в какой мы ресторан идем, Андрей? Доктор Живаго. В общем, друзья нас позвали в ресторан Доктор Живаго. Ну мы так хорошо прогулялись, было время, и мы пешочком дошли от парковки. Рассмотрели. Андрей сказал, что это было 4 километра, я уже еле иду. Да не было 4 в туфлях. Ну, максимум 2. Алло, на парковке. Это по-киевски. А у тебя ущем, голубцы? С раковыми шейками, обалдеть. Первое. Вышли с ресторана. Какая красота вообще. Просто так душевно, так все было вкусно. Это первоначально. Давай, Олечка. Я тебя жду. Олечка, куда? Ну, мы вместе назад. Давай, садись ты с этой стороны, я там. Красота. Давайте. Опа. Наш
тебе дарю. Ой, красота какая. Давай, давай. Ставь. Мы тут с Олечкой. Мишань, а что здесь выехать? Это надо какое-то особое искусство? Нет, почему? Нагулялись? Круто, да? Да. Вообще супер. Шикарная встреча с друзьями. Едем домой. Юля к нам приехала. Сегодня у Оли день рождения, 31 мая. Оля смеется, говорит, Юля опять красивая. Говорит, не буду ее пускать, пока, говорит, не накрашусь. Аня там по видеосвязи на проводе. И минеральную воду. Не, ну и помидорчик еще один тоже. И минеральную воду для измельчения. Да, обязательно. А то я это увидела. С пузыриками такими. Не надо снимать. Да ладно. Рецепт, вы же рецепт обсуждали. Андрей там каши варит, да? Кашу варит. Кашу варит. Из мяса. Все, что я умею, только из мяса. Да ладно. Ну, больше могу. Не, больше не могу. Не хочу. Щиты делала. Да ты все можешь. Да я и смогу, ты все, но я не люблю возиться. Когда у меня есть жена такая хорошая, зачем мне нужно возиться? Больше какой-то. Не такое, что просто бросил кусок мяса на сковородку. Так, у меня через 40 минут день рождения. Ну, отлично. Мясо не готово. А мы тортик должны задать. Не, рано еще. Да, такого поджига у нас еще не было. Оля, это точно нормальная идея? Не знаю. Блин, они сейчас мы импровизируем. Ну ладно, мы сейчас остальные дождем. Подожди. Блин. Ну как-то так, да, нам поменьше может быть. Поменьше, Андрей, поменьше. Во-во-во-во, точно. Тут прям сейчас... здесь это тут. О, сейчас дождем, слава богу, хоть немножко. Хорошо. Хоть кто-то подсказал. Сколько что навтыкало? 15 штук, что ли? Все, что были. Или ты уже не считаешь? Мало любви. Ну, вон, добраться до той. Давай, папа, тонкая... обожги, как тонкая след операция. Уед. Тонкая операция, ребята, ну что? Ну, немножко с воском будет торт, ничего страшного. Тут же ну, что сделаешь? Я тонко, видишь, я как операция у меня здесь. Ювелир, папа. Да, сварщик-ювелир. Все, иду, малыш. Подожди. Андрей, ты идешь, Андрей? Андрей, иди к нам. Надо выпить за тортик за мой. Все. И вылупление. Все, давай. Ёжик готов. Ура. Давайте, ёжик готов. А? Давай, конечно. Давайте. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! Спасибо большое! Ну что, ну, я? Давай! Давай. Ну, загадывай желание! Счастлива сегодня. Все. Просто. Отлично. Это какой-то кайф. Все, что можно пожелать, самое хорошее, это для тебя. Потому что, ну, я не только сегодня желаю, всегда желаю. Всегда. Будь умницей, самое главное, сама. И от тебя очень много зависит. А мы тут всегда рядом все, и мы, ну, мы тебя... Мы тебя в обиду не дадим. Мы тебя в обиду не дадим. Я так вас люблю сильно. Да, давайте. Давайте еще раз, днем рождения. Тик-тик-тик-тик-тик. Опс. Ой, опа. Пошло дело, шампанское на меня налили. Доброе утро. 2 июня. Друзья, мы живые. Да, конечно. Ой, мимо лью. Немножко полью. Ничего страшного. Цветочек. Шикарная погода. Достали пластиковую мебель. Не знаю,
Пока до улицы еще дело не дошло. Работы дофига и больше. Не знаю, вот эти вот туи, конечно, внутри так все пожелтело. Я не знаю, как, конечно, надо как-то их обрезать, как-то обработать. Не знаю, то ли интернет смотреть, то ли совет какой-то дадить. Потому что здесь вот я вижу, вообще вон огромная ветка отвалилась от тяжести, потому что снег на них падает. И, конечно, видно, что им нелегко. Я не знаю, как вот это все убирать. Не знаю. Просто внешний вид, конечно, понятно, что сверху вроде зелененькие, но внутри какая-то ерунда. Не знаю, что делать, как с этим справляться. Вот, сосинки растут. Вот, сейчас будем пельмени лепить. Сегодня у нас опять гости. Доме. Полон дом цветов. Приятно. Раз, два, три, четыре. У папы тут свой цветок стоит. Еще цветы. Сегодня должны еще друзья к нам прийти. Хочу сделать пельмени. И все. В принципе, все. Вот, вот так вот. Пока ничего особенного у нас не происходит. Отдыхает он. Сейчас буду готовить и ждать гостей. Тут у нас с Нелли Ивановной лепим пельмени. Ждем гостей. Лепим пельмени, да, Нелли Ивановна? Так, из чего фаршик? Фарш стандартно. Свинина, говядина 50/50. Лук, соль и перец крупного помола. Все. Все стандартно. Мне кажется, ничего лишнего не будет. Какие красавцы-то, да? Какие красивые пельмени. Так что готовим. Руки помнят, Руки-то помнят. Вообще в легкую вот так замесила тесто. Ну, то есть вообще никаких абсолютно проблем. Тесто красивое. Не возникло, да. Все классно. А я его переверну и так, и так. Ну, Наливана... Уже руки не помнят. Нет, Наливана, слава богу, руки помнят. Они просто не слушаются. Уже не работают. Нет. Наливан так рвалась лепить. Ален, давай уже. Ой, когда? Я чего? Я переделаю, давайте. Ничего страшного. Нормально. Видишь, хороший. Называется, что стар, что млад, да? Дети такие лепят. А, ничего. Это лучше, да. Ничего, все хорошо. Ничего страшного. Я это за троих тут. Оля там тоже в загуле у нас, поэтому это. Тут вот цветочки стоят. Полон дом цветов. Там тоже цветочки. Стоят. Самое главное, мы выжили. Второе число мы выжили. Три дня рождения позади, встречи с друзьями. Но это нелегко. Да, повыживали. Вон чего. Цветочки разные. Так, первый подносик пельмешков готов. Красотки. Помнят, руки помнят. Все, Наливана ушла. Не так хотела лепить пельмени, но не смогла. Руки трясутся, к сожалению. Не смогла она. Да. Все, буду лепить одна. Ничего страшного. Сейчас раз-два и сделаем. Пельмени налепила. Сделала овощную тарелочку. Лимон, апельсин и мята. Здесь у меня остатки икры очень вкусной. Теперь запекла овощи, все баклажаны, даже чуть кабачка там есть, перец. Вот, а потом все это еще потушила. В общем, очень вкусно. Это хренодер. К пельменям очень классно. Сейчас еще сделаю помидорки. Сейчас друзья должны прийти. Ну так, чисто пельмешки и такая какая-то закуска. Я считаю, что вполне достаточно. Мешки. Красавчики. Варятся.
3 июня. Наконец-то у нас пошел дождик. Прям уже природа требовала дождя. Вот, у мамы, у них там каждый день дождь идет, хотя они 10 минут от нас живут. А у нас первый раз, да, дождик? Что, вышло? Да, посмотри, вышло. Подышать. Как сразу легко дышится. Сразу, да, это, ну, наконец-то, наконец-то. Необходима была вот эта вот свежесть. Угу, свежесть. Чем папа наш жарит, будет жарить шашлыки. На соли мы тут решили устроить голодовку. Сегодня первый день, посмотрим, как пойдет. В общем, папа тут... Процессы идут, мы уже вчера с друзьями смеялись. Он говорит, о, Андрюха опять тут. Я говорю, да, говорю, если, говорю, вы вот это в доме у нас не увидели, значит, все. Значит, что-то с Андрюхой случилось. Ну, ладно, это мужские радости. А, вот, а я тут леплю пельмени, просто впрок остался фарш. Вчера сделала тесто, ну, уже одну такую полную я сделала, сейчас вот вторую. Ну, еще надо тесто сколько делать, даже еще столько же. Ну, давайте столько же, наверное, сделаю, остальное можно на фрикадельке оставить. В общем, сидим в тихо, спокойной домашней обстановке, кто-то что-то делает. Я тут вообще в таком в релаксе, леплю пельмешки. Красотусечки. Ну вот, в принципе, пока особо и снимать нечего. Всем привет! Сегодня 4 июня. Я у мамы в гостях. Мама говорит, Алена, приезжай, будем цветы сажать. Я столько цветов разных накупила. Не знаю, как, куда, что посадить, посоветую. В общем, накупила она еще разных горшочков. Вот будем сейчас рассаживать тут разные-преразные. Их много-премного. В общем, надо сейчас придумать. Положили родителям дорожку. Все не до конца доделали, но практически. Так, раз мы приезжали, Андрей тут консультировал. В общем, как Андрей сказал, так в конечном итоге и получилось. Вот Андрей в этом плане, конечно, он молодец. У него вот есть вот это вот чувство. Он понимает, что, чего нужно сделать. То есть он представляет именно, вот как это будет начала выглядеть. Ага, спасибо, папуль. Нравится, а? Жимлась, позрела. Подмерзла, жималась немного. Ну ничего, нет, ничего. Уже это, побольше ягод, чем в прошлый раз, но у меня сегодня второй день голодания. Мне нельзя. И нельзя. Чувствую себя хорошо. Но нельзя никакие ягоды, никакую еду. Вода и чаи. Масик, Мусик. Масяня. Ничего, мой сладкий. Пришел работать. Молодец. Вот что у нас получилось. Несколько часов сажания цветов. В эти три у нас получилось. Прям забываю, герань. Здесь белая, здесь розовая. Сейчас все это разрастется, будет цвести. Здесь вот так вот мы сделали. Посадили это у нас. Ой, все забыла. Все забыла, как называется, но вы меня поняли. Колокольчики и... Мам, белые, как называются? Хризантемы, да. А это? Герберы. А это? Гладиолусы, георгины. А это? Это тоже герберы, да? Ну, в общем, такая у нас тут. Сейчас мы будем расставлять все. В общем, караул тут караульный. Тут работа кипела. Вот и такие здесь еще поставили. Эти, ой, господи. Ай. Да не комар, как называется? Гвоздики розовые. Здесь такие гвоздички. В общем, ну, мы тут все просадили. Пока все вот это все в куче, ничего не понятно. Здесь эти петуньи пусть разрастаются. Такой вот здесь еще сделали красивый. В общем, Андрей приехал, говорит, так, это что здесь за ВДНХ у вас такой? Да уж, это точно. Ну ничего, это все сейчас разрастется и будет все лето радовать. Чего вы там? Все, да? Да, все. Можно идти.
Такая у нас красота получилась. К сожалению, уже темно, ничего не видно. Такой здесь у нас стиль бело-фиолетовый. Конечно, еще здесь стройматериалы, но это все уже в ближайшее время уйдет. Но такое прям очень красивое крыльцо получилось. Угу. Здесь очень. К сожалению, не уловить из-за лишних вот этих вещей. Да, но нормально, красиво. Тебе нравится, мамуль? Здесь все будет переделываться. Очень. Да. Здесь так вот цветочки поставили. Пока, что здесь все равно еще будет доделываться плитка туда. В общем, пока так сделали. Так, выбрасывать мусор, да? Да, да. Я там завтра. Поставили качельки. Ну, в общем, пока еще здесь все в процессе. Ну, красиво, красиво. Так, так сложно, кстати, уловить. Но все очень, очень все красиво. Там нас сюда делают, газоны, все выровняется, все будет красиво-красиво. Это у нас хорошо получилось. Да, это как называется вам? Это бегония. С бегонией, да, с бегонией, колокольчики. А это я забыла тоже, беленький. Лобелия, по-моему. Лобелия, да, она спустится вниз. Видишь, я уже садовод из меня такой. Мася! Иди, муж, детки. Да, конечно, привет, как дела? Да, наша... Замарчала. Всех мышей, кротов тут всех, да, переловила. Да. Молодец. Все, поехал домой. Красивое небо ушло сегодня, были такие облака. Да, очень было красиво, очень. Ну все, замечательно. Все, поехали. Поехали. Да, не за что. Друзья, всем привет. Сегодня 5 июня. В общем, у нас тут велопрогулка. Третий день подряд. И сегодня третий день голодовки. В общем, сидим с Олей на воде. Ну, вода. Там немножко мятки добавляем. Какие-то травяные чаи. Вот как-то так. Ну и пьем витамины. Делаем эксперимент. Для меня это вообще первый раз. Я вообще, мне кажется, не знаю, даже один день, когда не голодала. А тут уже три дня. И чувствую себя очень хорошо на данный момент. Ну, посмотрим, как получится. Потому что сколько дней получится. Все, знаете, как будут слушать свое тело. Потом, наверное, поделюсь. Понравилось, не понравилось. Но это больше здесь такой... как сказать, мой личный опыт, никого ни к чему не принуждаю, так чисто могу поделиться и все, наверное, да, потому что это очень все индивидуально, и самое главное, чтобы человек себе не навредил, скажем так. Здесь у нас гостиница, которую никак не достроят, но вот сказали в этом году, что сейчас в этой гостинице будут продавать апартменты, то есть разных размеров, какие-то офисы можно под бизнес, но минус в чем, что здесь нельзя прописаться. То есть вроде как бы ты владеешь, можешь сдавать, можешь там еще что-то делать, но не можешь здесь сделать прописку. В общем, у нас, видите, тут гостиница с вертолетной даже площадкой наверху. Вот, будет теперь апартменты. И вот Клязьма, центр города, центральный рынок вот здесь. Набережная. И вот наш этот вот известный красивый дом, который тоже строился несколько лет. Очень много лет, я бы сказала, даже так. Ну вот, как-то хорошо так. Хорошо, легко, прекрасно. Ольчик стоит. Речка почти вся заросла. Плавать нельзя, на том берегу загорают люди, отдыхают на травке. Хорошо. Всем привет! Сегодня 8 июня. Мы приехали на Щелковские карьеры. Бывают нам доски. Две у нас, одна у Оли есть, одну взяли у друзей и одну в прокат. Погода хорошая. Будем чилить на воде. Сегодня у нас с
Что у нас сегодня? Сегодня у нас 6-й день голодовки. И мы себя чувствуем прекрасно. Купается. Классно. Тут шашлычки жарит. Все, наплавались. Кто здесь живет, приезжайте. Здесь вот эти щелковские карьеры. В аренду можно взять эти доски. И сколько стоит? По-моему, что-то 600 с чем-то или 700. Ну, короче, приблизительно так. Андрюха все-таки у нас искупался. Андрюха, давай. Давай, сынок. Греби. Грибы. Помогите. Помогите. Сильно держит. Варгаю. Помогите. Насильно держат, говорит, меня здесь. Давай, сынок. Ты зацепил эту майку, чтобы она не уплыла? Под резинки сложи. А то сейчас... Ну, Ноля там. А, Мия в камни несет. Все. Плывем к берегу. Состояние на 6-й день голодания, конечно, очень хорошее, очень. Но нет сил именно на физическую активность. Поэтому, знаете, как бы если ты в таком релаксе находишься, что-то очень такое расслабляющее, то супер. Но как только ты начинаешь физически что-то делать, я сегодня поднимала чайник, мне вообще показалось, что он весит килограмм 10. Накатались на сапах. Андрюха здесь пельмени тазиками наворачивает. А мама с Солей нюхают. Все, все. О. Вкусный, Андрюш? Да. Покажи. О, там сметаны набахал. Повезло, Андрюх. Конкурентов нету, да? Самое главное. Можно оставить, можно дать. Ты, если наелся, то оставь лучше. Нет, что ты вот очень прям... голодный. Очень голодный. Ну, конечно, катались. Запрягали меня там. Тащи, Андрей, тащи. Тащи, натаскался, да. Молодец, кушай. Расти, сыночек, большой, не будь лапшой. Ну, не маме же нанести, правильно? Ну, не маме не есть. Мама, то видишь, пельмешков тебе налепила, да. Сварила. Ой, все, пошла я отсюда. Не могу и на это смотреть спокойно. А я могу. Давай, все, приятного аппетита.